Всем привет, ребята, мы на канале Басром. И, ребята, сегодня у нас новое видео. Так, оставайтесь дома. То, что я уже делаю, пошел уже второй месяц, ребята. Заебался очень. Извините за выражение, но когда надо, надо. И, ребятки, я не хочу терять больше времени, так что давайте сразу поехали слушать наш трек. По-любому буду его слушать, потому что видят Мияги, не думаю. Погнали! Tre, due, uno. Моя лира для мира. Это аутро, утро, могу писать.
мало, понял. Ну, это еще круче. Ребята, я вот только рад, если бы Ягель сейчас в это хуевое время, очень негативное время, выпускали вот такие позитивные, офигенные треки. Это очень круто, потому что Ягель Эндшпиль, большинство своих треков они выпускают такие. Ну, я не скажу, что там были очень грустные, но... А сейчас, я не знаю, как-то вдохновило с самого утра и что-то делать. Круто, мне очень понравилось. Такие позитивные треки, такое, еще раз повторюсь, очень плохое время, как раз в точку, ребята. Вы всегда знаете, что делать и когда делать, и как лучше это сделать. Так что вам только респект, ребята, вам огромный лайк от меня. И я надеюсь, до окончания этого карантина выйдет еще пару сотен тысяч треков. А так, ребята, оставайтесь все дома, берегите себя, своих близких, и всем удачи.